Следующая героиня, известная певица Лайма Вайкули, не доверяет. У нее свои методы очистки. Ее стиль и манеры пытаются перенять многие женщины. Но Лайма все равно неподражаема. Обычно, когда мне говорят: «Ой, Лайма, ну как же вот вы там так хорошо выглядите?» Знаменитая певица утверждает: главный секрет в воде. И не только в той, которую мы пьем. 5 минут душа – это 20 стаканов хлорированной воды. Можете представить, какая это отрава. Ощущение стянутости кожи, аллергия, красные пятна. Все изменилось после ее гастролей в Японии. Поклонники из страны восходящего солнца подарили певице специальный фильтр для душа. Элементарно раскручивается. Вот здесь два фильтра. Они промываются. После того, как вы увидите, что они поменяют свой вид, закрутили. И вот всевозможные... Это дается в комплекте, кстати. Приспособление к любому душу. Номер 2 в сумке для путешествий – маленький фильтр для питьевой воды. Он обогащает любой напиток минералами. Да, а теперь в любой жидкости я имею фильтр, который я просто ставлю на 5 минут. Это для обмена веществ. Вот очень важно. Лайма советует: никогда не кипятите нефильтрованную воду из-под крана. Там есть хлорка. После кипячения эта вода будет еще более отравлена, чем была до кипячения. Не доверяет певица и бутилированной воде. В магазинах мы покупаем, все равно это не идеальная вода. Потому что она может быть мертвая, а мертвая вода, она агрессивна. Сама Лайма и дома, и в офисе установила самые мощные фильтры, тоже японские. Разработкам азиатских специалистов певица доверяет. Ну, я вам его не дам. Не дам тебя.